Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим с вами, что можно сделать, если не работает пуск на Windows. То есть вы вот здесь вот нажимаете, и у вас ничего не происходит. Ни правой кнопкой мыши меню не открывается, ни левой кнопкой мыши также не открывается меню пуск. Вот, чтобы это исправить, давайте сделаем следующим образом. Нажимаем правой кнопкой мыши на панели задач, ну либо Ctrl-Alt-Delete можно нажать, нажимаем диспетчер задач, соответственно у нас с вами запускается диспетчер задач, после чего нажимаем запустить новую задачу на Windows 11, на Windows 10 здесь вот будет файл, и соответственно в файле также нажимаете запустить новую задачу. Вот здесь у нас появляется выполни, да, вот прописываем PowerShell. Почему мы так делаем? Потому что у нас же пуск не работает, да, ну, соответственно через меню пуск мы PowerShell с вами запустить не можем. Нажимаем ОК, PowerShell у нас с вами запустился. Вот, и теперь нам нужно набрать следующую команду. Команду я себе скопировал в блокнот, соответственно, я сейчас ее скопирую. И данную команду вставляю сюда, и потом вставлю ее вам в описание к обзору. Нажимаем Enter, и пошло дело. Вот, соответственно, все, что у вас здесь вот произойдет, у меня здесь немножко написано красненьким. Вот, у вас должно быть тоже пройти данная команда. Вот, соответственно, немного ждем и перезагружаем компьютер. Соответственно, перезагружаем компьютер и проверяем, работает пуск или не работает. После чего также, если пуск работает, все хорошо, соответственно, правой кнопкой мыши здесь запускаем выполнить и пишем CMD, нажимаем Enter. Вот, и нужно будет набрать команду svkscanno. Если, например, у вас пуск не работает, ну также правой кнопкой мыши диспетчер задач, запустить новую задачу, CMD, ОК, и запускается у вас командная строка. Ну и соответственно здесь набираем svkscanno, нажимаем Enter. Ну и ждем процесс проверки нашей системы. Сканирование завершено. Вот, и как мы видим, что программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденный файл и успешно их восстановила. Соответственно, если вы хотите, что у вас было повреждено, можно посмотреть вот в этом файле, вот по этому пути. Вот. И соответственно, опять лучше компьютер перезагрузить и посмотреть, проверить, что у вас пуск работает. С пуском все должно быть прекрасно. Но если пуск не работает и после этого, тогда нужно переустанавливать систему. Значит, какая-то более глобальная проблема с вашей операционной системой. На сегодня все. С вами был Алексей про IT. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале. Всем удачи, всем пока-пока.